Сегодня в программе. Я не могу прожить ни секунды, не думая о ней. Я встаю по утрам, смотрю за окно, вижу солнце и думаю о ней. Я засыпаю, думаю о ней. Я живу весь день, думая о ней. Оксана любила Егора Гречихина еще со школы. Добивалась его внимания, ждала из армии, наконец вышла за него замуж и родила ему сына. Однако Егор не оценил старания супруги и неожиданно встретил свою единственную главную любовь, ту, ради которой решил разрушить свой брак. Ваня очень сильно начал пить. Не просто так пить, он превратился в алкоголика. Он каждый день сидел за своим компьютером с бутылкой водки. Оксана приехала в Москву из Молдавии и устроилась работать в дом больного академика медсестрой. А через некоторое время внук академика неожиданно сделал ей предложение. Оксана с радостью согласилась. Однако вскоре на нее свалились все заботы по дому, и незаметно для себя она превратилась в бесплатную домашнюю прислугу. Судебное заседание объявляется открытым. Слушается дело по иску Гречихина Егора Дмитриевича Гречихиной Оксане Григорьевне о расторжении брака. Оксана Григорьевна, вы на расторжение брака не согласны, как я понимаю. Возражаете. Вы прожили в браке 3 года. У вас ребенок 2 лет, Никита. И, как я понимаю, вы достигли уже обоюдного согласия. То есть ребенок остается с матерью. С вашей стороны истец возражений нет. Правильно я поняла? Хорошо. Тогда, Егор Дмитриевич, я вам представляю изложить суду основания для расторжения брака, а дальше мы будем слушать свидетелей и будем разбираться. Да, конечно, Ваша честь. Понимаете, с Оксаной мы знакомы с детства. Мы вместе учились, ну, вместе дружили, вместе влюблялись, гуляли вместе. Так получилось, что я ушел в армию. Она приехала ко мне на присягу и... Ну, как-то так тоже получилось. Мы переспали. Оксана залетела, ждала ребенка. Я вернулся из армии. Я порядочный человек, но не мог я ее бросить одну, поэтому я женился. Я считал, что я ее люблю. Я считал, что она моя первая любовь. Первая настоящая любовь. И, конечно, я обязан был на ней жениться. Все хорошо, родился Никитка. Мы прожили в браке. Но только сейчас я встретил свою настоящую любовь и понял, что то было ошибочно. Вот то, что я считал первой любовью, было просто увлечение, страсть, похоть, желание. Ну что это такое? Она приезжает ко мне на присягу и... Ребенок, ну это неправильно, это брак по залету, такого не должно быть. А вот сейчас я встретил Танечку. Мою настоящую Танечку, мою настоящую любовь. Да какая любовь? Вот это и есть страсть. Да нет, нет, у нас с ней все по-настоящему. Я же говорил, я не могу прожить ни секунды, не думая о ней. Я встаю по утрам, смотрю за окно, вижу солнце и думаю о ней. Я засыпаю, думаю о ней. Я живу весь день, думая о ней. Я могу жить только ради нее, только для нашего с Таней счастья. И я прошу, Ваша честь... Так не может длиться дальше. Это не семья, где нету никаких точек соприкосновения, нету любви. Как ребенок может расти в семье, где нету любви? А как ребенок может знать, что с матерью брак по залету? Вы своему Никиточке, у вас кроме Танечки еще Никиточка есть. Вот Никиточке вы тоже как-то должны это все объяснить? Ваша честь. Может быть, вы только о себе думаете? А? Нет, когда он вырастет, он поймет меня. Он поймет. Он поймет, что надо жить настоящим. А то, что он вырастет без отца... Чтобы он что-то понял потом. Надо сегодня ему все дать. Ваша честь, а он не будет расти без отца. Я буду ему отцом. Mm-hmm. Я буду забирать его из школы. Я буду приводить его домой. Хорошо, Егор Ильич, ваша позиция. Вы изложили достаточно. Все, я поняла. И про сына вы уже достигли, как я понимаю, соглашения. Поэтому давайте сейчас этого вопроса не будем касаться. Скажите, пожалуйста, Оксана Григорьевна, ну действительно, такие обстоятельства в жизни складываются. Бывает такое? В юности заключают брак, а дальше жизнь не складывается. Почему вы не хотите супруга отпустить? Почему вы считаете, что вы можете еще жить вместе?
Ваша честь, просто это уже было. Это было, он уходил, он возвращался. Это с самого детства было, сам со школы. К нему эти девочки клеились, в уши ему пели. Ну подождите, ну девочки в школе это одно. А когда он разводится с женой, ну это другое совсем. Чего вы говорите, девочки, все это было? Да ничего не было. Вот он сейчас говорит, что первый раз у него серьезные чувства взрослые возникли. Сейчас даже когда он, ну я почувствовала, что он изменяет мне. Он выбегал из дома, звонил кому-то постоянно, смски эти. Потом он уехал в командировку, но я узнала, что он был с ней в гостинице на неделю. Но он потом вернулся все же в семью. Я знала это, но я ничего тебе не говорила об этом. Я ждала, когда это все закончится. Оксана Григорьевна, дорогая Оксана Григорьевна, вы говорите, он изменяет вам. А вы-то себе не чувствуете, что вы себе изменяете? Вы себе, как женщине, гордой и красивой, изменяете. Вы себя-то кого сделали? То есть вы знали о том, что у вашего супруга есть другая женщина? Да. Она знала. Да, я и знала. Не говорили ему? Я 3-4 месяца знала об этом. Но, понимаете, я его люблю. Я не хочу его отпускать. Я с ним, мы с ним росли вместе. И я понимаю, что... Ну, мне ну, нужен этот человек. Ну, какая это семья? Мы росли вместе. И что? Я не знаю, я рос с Вадиком по подъезду, тоже рос вместе. Но это не значит, что ты такое говоришь, но мы родные люди. Мы, пойми, мы родные люди, но мы не любим друг друга. Так, все, давай, пожалуйста, можете позвать свекровь? Она сейчас тебе мозги вправит. Подождите, подождите, вправлять мозги мы здесь никому не будем, а вот свидетеля с вашей стороны мы выслушаем. Свекровь, вы имеете в виду, это мать истца, да? Да, пожалуйста, Наталья. И вы ее ранее заявили, это Наталья Алексеевна Гречихина. Господи. Пригласите, пожалуйста, свидетеля Гречихину. Зачем ты сюда маму приплела? Зачем? Да потому что только она может тебе маску. Свидетельница Гречихина, давай, пойдемте, пожалуйста. Ну, давай, всем Скажи, всем, шоу зачем ты устроил? Какое шоу? Это ты устроила шоу? Мы что могли спокойно разобраться. Спокойно. Спокойно. Мы спокойно. Мы могли бы дома разобраться, а не в школе. А зачем здесь? Закрой рот. Успокаивайся. Здравствуйте, Наталья Алексеевна. Здравствуйте. Вы мама своего замечательного сына, но тем не менее заняли сторону невестки и стоите за сохранение семьи. Тогда расскажите нам, почему. Да, ваша честь, я полностью за сохранение семьи, потому что поддерживать то, что происходит, просто нереально. Но у него любовь новая. Ну, вы знаете, это любовь, она моего возраста, его любовь. Я знаю Татьяну давным-давно, практически мы с ней с молодости. А здесь у него настоящая семья, любящая жена Оксана, сын, который растет, 2-летний Никитка. Татьяна так. Улетела от нас быстренько в Москву, вышла там замуж за богатенького дяденьку, родила там дочку и осталась, каталась как сыр в масле до определенного момента. Слушай, пока... Татьяна, это вот его новая возлюбленная, его новая, и да, она вам ровесница, вы говорите. Ну, ей 39, ваша честь. 39, да. В конечном результате ее муж завел себе любовницу. Соответственно, Татьяна встала в позу, начала орать. Он ее выгнал, чтобы она не скандалила. Но она в наш родной Кукуево, соответственно, и вернулась. Поругалась с родителями, стариками. Ну, я, как лучшая подруга, ее, естественно, приютила. Вот дура, черт, меня дернул. Пожалели, а теперь он сын. Ксюш, но если бы я знала, что во что все это выльется, что мой сын... Умник! Так. И с кем свяжешься? С со кем? Старухой? Татьяна, мам, старуха! Не надо так говорить, я просил тебя, пожалуйста, не надо так о ней говорить. Я не хочу с тобой разговаривать. Она молодая, Татьяна, красивая женщина. Старуха. Я хочу, чтобы вы пригласили мою Танечку, Михнову Татьяну Вячеславовну. Угу. Пожалуйста, пригласите. Вы увидите, хорошо, увидите Танечка, нашу Танечка, любовь. Ваш в суд-то явилась? Конечно. Хорошо, пригласите, пожалуйста, свидетеля Михнову. Она Никитке тоже понравилась, правда. Свидетель Слава Михнова, прошу пройти за мной. Как? Он чувствует добрый человек. Она хорошая, нежная, красивая. Ты еще и сюда явилась? То есть яйца хуже не забывайте. Да прекрати! Успокойся! Ты в суде! Так, и вы тоже в суде, поэтому вот эти вот обнимания оставьте, пожалуйста. Значит, я прошу вас. Пообнимаетесь потом, потому что это ваше обнимание в суде оскорбляет находящуюся здесь вашу супругу еще пока. Ну, понимаете, все против нее. Все, она ранимая натура. Нет, 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 нет. Правда. Давайте вот эти вот нежные, трепетные. Займите свое место, истец.
Я не разрешаю вам обниматься в суде. Я хочу выслушать свидетеля. Татьяна Вячеславовна, вы приглашены в качестве свидетеля со стороны истца. И вот давайте без особых эмоций, а по фактам. Почему вы считаете, что в этом браке вот существует ребенок, семья, 3 года они жили? Почему вы считаете, что надо расторгать брак и нет шансов его сохранять? Ваша честь, я все прекрасно понимаю. Я взрослый человек, и никакого эгоизма в моих действиях нет. Между нами с Егором не просто какая-то банальная связь. Понимаете, когда мы почувствовали, что между нами что-то есть, я очень на самом деле испугалась, и я гнала Егора от себя как можно дальше. Как тебе не стыдно? Что между вами может быть? Мама, пожалуйста. Не слышу тебя. Дело в том, что когда я приехала сюда, в город, и увидела, как живет Егор со своей женой, то я поняла, что семьи там нет. То есть между ними, нет никаких отношений. Нет, они разговаривают вот только по существу. О ребенке и о каких-то бытовых делах и бытовых вопросах. Я же вижу, как вы живете. Это ихняя жизнь. Не тебе туда лезть. Я туда не лезу. Ты туда залезла и разрушила ихний брак. Наташ, я ничего не рушила. Теперь кто из нас и сын, рушит, и Ксюха, это, и это еще непонятно. Поймите, я совершенно не хотела, чтобы Егор разводился. У меня не было и мысли такой. Мне штамп в паспорте совершенно не нужен. И более того, даже если он мне предложит в дальнейшем как-то соединить наши жизни, я, скорее всего, не стану этого делать, просто потому что я не хочу, чтобы у него какие-то проблемы были потом. Сейчас нам хорошо вместе, мы счастливы. И если он принял решение быть честным, и решил развестись, пусть будет так. Как это так? Прекрасно. Выхватила такого красавца, моего сына. Татьяна, опомнись. Я не хочу с тобой разговаривать. Мама. Ты помнишь, что ты его сама растила? Он рос на твоих глазах. Ты на горшок его сажала. А теперь что, разврат, любовь? У него семья. Он взрослый человек и гораздо взрослее многих взрослых мужчин. Он взрослый. Это ты взрослая женщина. Ему всего лишь 22. Мама, тебе не хочу с тобой говорить. Тебе 39. При богатом муже и при нашей косметологии московской ты звезда. Я в любом случае моложе тебя на 5 лет. На свой возраст. Дорогая моя, тебе пока 39. Всегда будет меньше, чем тебе. Что будет в нашем родном Кукуево через 2-3 лет, когда ты будешь старухой и без денег? Ваша ты даже честь. Родить не сможешь. Ваша честь, простите, но я не понимаю, почему в обществе сложились такие стереотипы, что мужчина должен быть всегда старше женщины. Почему? Вы хотите, чтобы я вам за общество за все ответила? У меня нет таких я стереотипов. Я люблю ее, я люблю. Егор, у нас семья, ребенок. Поймите, у нас с Оксаной ничего не связывает. Да как не связывает, хотя бы ребенок нас связывает. Ваша честь, пожалуйста, радость. Можете Мы пригласить хотим... свидетеля, дочку Татьяны? Она все расскажет. Вы ее тоже пригласили, да? Как ее зовут? Валерия. Валерия Михнова. Да. Пригласите, пожалуйста, Валерию Михнову. Самое главное, что мы хотим засыпать и просыпаться вместе. А ребенку что ты объяснишь? А ребенок меня поймет. Чем он поймет? Что поймет. Его бросил родной папа, поменяв кого? Когда он вырастет, он меня поймет. Свою родную маму на бабушку? Так, здравствуйте. Валерия, как вас по отчеству? Валерия Михайловна. Валерия Михайловна, скажите, пожалуйста, что вам известно о взаимоотношениях вашей мамы, которая у нас свидетелем является, и истца, который присутствует здесь? Действительно ли вот так вот жизнь складывается, что брак надо расторгать, что вот ваша мама должна быть вместе с этим человеком? Что вам известно? Вы взрослый человек. Ваша честь, к сожалению, об их связи я все знаю. И я узнала об этом, об этой дурацкой любви совершенно недавно. Отец изменил матери, и она это увидела. Но я отца никак не хочу ругать, потому что он нас содержал, он очень много работал. А мать, она нет, чтобы извиниться как-то и вообще простить его. Так она вообще с катушек слетела. Она стала гулять направо и налево. Вера, одним да из ее хобелей стал этот Егор. Как ты вообще такое можешь говорить? Ваша честь, понимаете? А ты свечку держала. Там ты никакой знаешь. Любви нету.
Эти отношения, мне просто смешно. Да что ты вообще, Люся? Они продлятся, я не знаю даже сколько, совсем чуть-чуть. Ваша честь, понимаете, у матери, она теперь богатая наследница, у нее осталось большое наследство. И Егору нужны только ее денежки, а ей его молодой. А ты о чем думаешь? Что нужны только деньги. Когда мы начали с Егором встречаться, твой отец был жив, и за мной никакого наследства не было. О деньгах никто не думал, понимаешь? Подумай ты о матери. Мы просто хотим быть счастливы. Просто хотим быть счастливы, жить настоящим. Мы очень хотим завести наш дом. Да ты даже, когда тетя Наташа мне все рассказала, тебе нужна была только квартира. Да пойми, да какая квартира? Мы каждый раз говорили с Танечкой только о нашем загородном доме. Подождите, какой загородный дом с Танечкой? Сейчас, подождите. То есть на ответчике истец женился ради квартиры, и вам это известно? Конечно, ваша честь. Дело в том, что Ксюха, когда залетела, мать Егору обещала квартиру. Ну, Егор на это повелся, квартиру он свою получил, но баб он не перестал водить. Понятно. Ты то со есть... мной был из-за квартиры? Она что, много знает? Она свечку держала. А, значит, теперь тебе кусок побольше? Прекрати! Конечно же, и дом, и дача, и квартира, еще и в Москве. Господи, отлично! Да что ж ты такое говоришь? Я женился на тебе, потому что ты была беременна, потому что ты ждала Никитку. Я любил тебя, я хотел этого ребенка, я хотел быть отцом! Успокойся, пожалуйста. Господи, люди, да что ж вы злые-то такие? Почему, когда вопрос касается денег, вы перестаете быть какие людьми? Он мне в ровеснике годится. Ну ты о чем ты говоришь? Слушайте, пожалуйста. Я попала в больницу. У меня были проблемы по-женски, мне делали операцию. В тот момент никто из вас, таких правильных, которые пришли нас учить жизни, не пришел мне помочь. Только Егор, да, наврал, сказал, что он поехал поступать в институт там в Москву. И потом сказал, что... А ты где была? Не поступил. Цели? В это время никто, мой муж, сославшись где на то, была? Что он не может сейчас, что он очень занят, ни разу не пришел. Моя дочь пришла единожды. И только Егор постоянно там был, понимаете, он с утра до вечера там находился. Он с охранником познакомился и ночевал там в этой будке у него. Буратино, блин, золотой ключик охватил себе, да? Какой золотой ключик, да? В каких деньгах вы вообще говорите? Мы не хотим ничего. Подождите, подождите, у меня сейчас вопрос к Оксане Григорьевне. Оксана Григорьевна, то есть вы настолько сейчас уже убеждены, что ваш муж и с вами, и вот с этой женщиной только из-за квартиры, из-за денег, из-за какой-то выгоды, то есть он расчетливый такой человек. А зачем он вам нужен? Почему вы настаиваете на том, чтобы сохранить... Да люблю я тебя, потому что люблю! Да какая ты здесь любовь? Ну какая здесь любовь? А я тебя не люблю. И что? Может быть, это неправильно. Может быть, еще как-то. Но мы сейчас на данный момент любим друг друга. И я не представляю свою жизнь без него. У нас ничего за эти два года не было. Только сейчас, когда я понял, что она рядом со мной. Она, моя любовь, рядом со мной. Когда я смог прикоснуться к ней. Когда она уже любовь, романтика, ребенок без сына. Без отца остается. Я никогда не поверю, что Егор со мной из корысти. И, наверное, именно поэтому... Вот можно мне документ передать? Будьте добры. Что это за документ? Сначала поясните. Это документ о том, что я отказываюсь от права на наследство в пользу своей дочери. Передайте, пожалуйста. Будьте добры. То есть вы наследуете за супругом, ныне покойным отцом вашей дочери, имущество... Надеюсь, и вы полностью отказываетесь от всего этого комплекса для того, чтобы передать его дочери, и дочь полностью им распоряжается. Да, настоящее, все соответственным образом. Надеюсь, ты теперь будешь счастлива. Заверено. Все, все деньги твои. То есть все имущество ваше, свидетель. Ну, это не имеет отношения к этому делу, я лишь вам говорю, что вот давайте в корысти сейчас никого не обвинять. Истец, вы в курсе? Я в курсе. Да, я с ней вместе был у нотариуса. Вы же не поделитесь ведь с ним, правда? Да, с истцом-то. Мамочка потом прибежит ко мне. Не надо. Нет, ваша ну честь. Мама это мама. А я говорю, с истцом-то, с корыстным, ведь не поделитесь, да? Простите меня, Оксан, ты меня прости, пожалуйста. Я не хотела тебе причинять боли. В общем-то, я надеюсь, ты красивая девочка, умненькая, что ты найдешь свою любовь, как я. Я найду свою любовь, найдешь. Это точно. Не надо сюда подходить, вообще ко мне разрушена жизнь. Сын будет так, вернитесь, пожалуйста, на место. Вернитесь на место и извиняться здесь уже лишнее. Все равно свою вину перед этой женщиной вы не загладите. А для вынесения решения у нас достаточно уже сказано. Суд удаляется для вынесения решения.
Прошу всех встать. Далее в программе. Ваня очень сильно начал пить. Не просто так пить, он превратился в алкоголика. Он каждый день сидел за своим компьютером с бутылкой водки. Оксана приехала в Москву из Молдавии и устроилась работать в дом больного академика медсестрой. А через некоторое время внук академика неожиданно сделал ей предложение. Оксана с радостью согласилась. Однако вскоре на нее свалились все заботы по дому, и незаметно для себя она превратилась в бесплатную домашнюю прислугу. Прошу всех садиться. Оглашается решение суда. Суд вынес решение иск удовлетворить и брак между супругами расторгнуть. Так как между вами достигнуто было ранее соглашение о том, что ребенок остается на содержании и воспитании матери, ответчика Оксаны Григорьевны, то этот вопрос не рассматривался. Я думаю, что вами было принято взвешенное решение, потому что вы хотите связать свою судьбу со зрелой женщиной. Да. И уж если вы ничего не понимаете, то уж она должна за вас теперь, как за дитя, нести ответственность. А вот ребенок остается сейчас ответчик у вас. Оксана Григорьевна, вы только не забывайте, что вот нельзя ребенка использовать как инструмент, чтобы отомстить неверному мужу. Это очень хочется сделать, потому что это единственное, чем можно ему сделать больно. Но вы не забывайте, что этот инструмент живой. И какой бы он ни был предатель для вас, для него он всегда будет папой. И вот вы говорили здесь, я никогда не дам тебе увидеть сына. Я не дам. А какие основания? Почему вы считаете, что если у него не сложилось с вами, то у него не сложится с ребенком? Не говорите так, потому что иначе вы еще хуже настроите ребенка против себя. И не цепляйтесь за мужчину, который вас не любит. Вы достойны большего. Вы достойны найти того, кто вас будет носить на руках. Займитесь сейчас этим. Восстанавливайтесь после этой травмы, и у вас впереди счастливая жизнь. Не цепляйтесь, пожалуйста, за человека, который вас так унижает. На этом судебное заседание объявляется закрытым. Спасибо за ваше счастье. Ты хоть маникюр когда-то делала? Да какой маникюр? Маникюр? Какой маникюр, если я руки свои из-за тебя портила? Может, и надо хоть чуть-чуть внимания уделять? А что я просишь тебе не уделяла? Просишь поужинать приготовить, но в такую пусто. Нет, мы ужинаем только в ресторане. А так вы хотели, либо звезда она, либо она кашеварит. Посмотрите на себя, прекратите быть посудомоечной машиной, прекратите быть пылесосом. Вы хороша, красива, умна, займитесь собой. Иначе тот, для кого вы все это делаете, потом будет на вас плевать. Здравствуйте. Прошу всех садиться. Судебное заседание объявляется открытым. Слушается дело по иску Николаевой Оксаны Андреевны к Николаеву Ивану Анатольевичу о расторжении брака. Иван Анатольевич Николаев иск о расторжении брака не признает. Прожили в зарегистрированном браке супруги 4 года, общих детей нет и совместно нажитого имущества нет. Я попрошу истца обосновать суду причину расторжения брака. Ваша честь, вы знаете, я недавно узнала, что мой муж и вся его родня, моя так называемая, они просто меня использовали. Я-то сама не москвичка. Я приехала в Москву из Молдавии 5 лет назад. В Молдавии закончила медицинское училище, приехала сюда, устроилась медсестрой, ну, как все. Ходила по домам, делала уколы, давление мерила. Денег, ну, катастрофически просто не хватало. И тут наш участковый, очень хороший человек, он посоветовал меня в семью к дедушке Ване, к Льву Дмитриевичу. Он там был частично парализован, что-то с позвоночником у него было. И они с доктором были знакомы, понятно, я подошла. Спасибо большое нашему участковому доктору. И вот так я попала, собственно, в дом к моему будущему тогда мужу. Они жили в загородном доме с Львом Дмитриевичем, его дочь и муж. А Ваню я тогда не знала, он за границей учился. Угу. То есть вы пошли туда, в этот дом, с сиделкой практически? Да. Вы медсестрой по уходу? Да. Так, ну, и как развивались отношения дальше? Мне выделили комнату там, ну, коморку, если можно это назвать комнатой. Я ухаживала за Львом Дмитриевичем,
И он, конечно, очень тяжелый человек был. Он мог кинуть в меня стаканом, иногда бывало такое вазой. Ну, тяжело было, да. Ну, что делать? Я работала, мне платили. Ну, вы профессионал, вы же знаете, больные, это очень сложные люди, да. Да, ну, ничего страшного, как бы. Угу. И вы знаете, потом у отца Ивана, у Анатолия Юрьевича, случился инсульт. И у меня на руках оказались два просто лежачих человека. Было вообще тяжело. И потом вернулся Ваня из-за границы. Денег же у семьи уже не было, его там содержать. Угу. А был отец основным кормильцем, да, ваш свекор? Ну, Лев Дмитриевич, он академик, дедушка. Угу. Все у них от дедушки, конечно. А, там. Понятно. Вот. И вы знаете, Ваня стал за мной ухаживать. Мне, конечно, было так не по себе. Все-таки он внук академика, а кто я? Приезжая какая-то. Я думала, это все несерьезно так. Но потом Ваня сделал мне предложение, и мы поженились. И вы знаете, я старалась. Я старалась очень, делала из себя вон исходящее, чтобы показать, что я достойна быть его женой. Но я очень сильно уставала, потому что, ну, представляете, у меня два больных человека, еще и весь дом на мне, вся уборка, я ходила, скуплялась. Мать его, Роза Львовна, она ж ничего не делала дома. Она что, по спа-салонам ходила, фитнес с подругами, ей не до семьи было. Вот, и вы знаете, потом Лев Дмитриевич умер. То есть она, вот ваша свекровь, Роза Львовна, она за своим мужем не ухаживала? То есть всю работу по уходу и по хозяйству выполняли вы? Да. Будучи супругой, да? Хорошо, но тем не менее, вас это устраивало. Что произошло дальше в вашей семье? Почему же все-таки? Ну, вы знаете, Ваня очень сильно начал пить. Не просто так пить. Он превратился в алкоголика. Он каждый день сидел за своим компьютером с бутылкой водки. Я не знала вообще, что мне делать. Я уже и кричала на него, и обижалась. Я вообще не знала, как мне поступить. Я уже собиралась уходить, а ну, куда мне идти? Раньше-то хоть была сиделка, деньги какие-то платили. Подождите, то есть, значит, потом-то вам, когда вы стали супругой, вам уже перестали платить зарплату, конечно, как сиделке? Конечно, какие то деньги? То вам платили за двоих, за двух больных человек зарплату, а как потом сиделки, вы стали супругой и... Ну, конечно, я же уже супруга. То есть вы уже... практически своих денег уже перестали не, у меня денег не вообще не было. Роза Львовна, она считала все до копейки, мамочка его. Она мне выдавала все вот ровно тютелька в тютельку. Я не могла даже себе, знаете, трусов лишних купить. То есть вам никакие деньги не давались? Нет, был полный отчет, что я купила, как я купила, зачем я купила. Я вообще была без средств для существования. И вы знаете, когда вот с мужем с таким очень тяжело, хотелось съехать. А потом дедушка Лев Дмитриевич умер, и Анатолий Юрьевич начал потихоньку выкарабкиваться от инсульта. И начал работать. У него фирма своя по медицинскому оборудованию. И я очень его просила, чтобы он меня устроил, ну, хоть дал какую-нибудь работу. Все-таки свои деньги – это свои деньги. Он, ну, он ко мне хорошо относится. Вы знаете, он меня устроил к себе на фирму. Конечно, ну, за копейки там, ну, это не важно. Ну, понятно, то есть необходимости сидеть с больными людьми в доме уже нет. И вы, конечно же, хотите работать. Конечно, это похвально. Но вы знаете, все равно работы меньше не стало. Я и работала, и дома убиралась, скуплялась. Это все равно было на мне. Убиралась и что? Скуплялась домой. Всю, что такое всю еду. Ну, покупала вещи туда, всякие продукты. Скуплялась? Да. Ох, какое слово, а? Ну, обязательно извините. Буду его употреблять, красивое. Ага. Да. Так, так, да. То есть вы занимались и покупками, и хозяйством, и уборкой. Да. Угу. Еще и никакой поддержки, ничего. Ну, и вы знаете, я недавно еще узнала вещь, что на самом деле Ваня-то меня не любил. Это все матери его так нужно было. А зачем он на вас женился, раз он вас не да любит? Матери нужно было. Она там все говорит ему, что делать, как делать. Вот решила, наверное, пристроить, чтобы со мной был. Вообще, ну, никакой любви не было. Я поняла вашу позицию. Она очень серьезная, интересная. Давайте тогда выслушаем вашего супруга. Угу. Он имеет право в процессе высказаться. Тогда давайте, Иван Анатольевич, вы нам скажите свое видение. Я против развода, ваша честь. Ну, я знаю, что вы против развода. Вы скажите, вот что говорит ваша супруга, ты слышишь? Я понимаю, я виноват перед ней. Я очень сильно виноват, но
Поймите, я в 22 года приехал из-за границы. У меня там были друзья, учеба, у меня жизнь там была. А сюда я приехал, и я не мог найти себя. Я начал злоупотреблять, но я выпивал немного. Я сидел за компьютером. Ну, и мать мне сказала, что сиделке платить нечего, и как-то она довольно симпатичная девушка. Я ее и не замечал. Вот, видите, матери нужно. Ну, это раньше было, Ксюш. Я полюбил, я люблю. Вы понимаете, что вы говорите? Вам мать сказала, сиделке платить нечего, давай-ка с ней женись. И вы так это обычно заявляете, да мне необходимо тут же ваш брак расторгнуть, потому что он был создан не с целью создания семьи. Вы заключали брак не с целью создания семьи. Вы понимаете, что вы такое говорите? Ну сейчас-то любовь есть. Я ее люблю, она меня любит. Она всегда со мной, всегда рядом была. Это я не почувствовала, мы нашли что друг у вас друга. Любовь. Мы нашли друг друга. Она сейчас пришла, это ее что-то вывело из себя. Она мне все время, мы с ней были. Она из меня человека сделала. Я даже пить перестал из-за нее. А вы сейчас не пьете? Сейчас я уже практически скажите, бросил пожалуйста, пить. Скажите, пожалуйста, употребляет сейчас ваш супруг? Употребляет, конечно. Я практически бросил вашу честь из-за нее. Подождите, практически бросил не считается. Бросил или нет? Нет. Нет. Ксюшенька, ну я люблю ее. Милая моя, это тебе. Это как ты хотела. Кольцо с топазом. Любимая, не уходи, прости меня. Не-не-не, Вань. Моя хорошая. Вань, между нами все кончено, я ничего не хочу. Я прошу, Ксюша, пожалуйста, ну как же нас так? Развести. Прости меня. Нет. Иван Анатольевич, нет, я колечко припозднилось. По-моему. Все закончилось. Ну, это было раньше, я раньше тебя любила, пойдем я домой. Больше не... Иван Анатольевич, займите свое место, колечко пусть займет место в вашем кармане. Вы чуть-чуть опоздали. Ну как опоздал? Так, опоздали. Слушай, зачем ты это? Можно позвать Петю, брата, он уж точно скажет вам, что... Так, хорошо, вы ранее заявляли свидетеля Суручану, Петр Олегович. Да, брат. Это ваш брат. Хорошо, пригласите свидетеля Суручану. Ксюша, а он при чем Вань. Здесь твой брат? Вань. Он как может я знать нашу сказала. Жизнь? Как может знать? Он сейчас все расскажет. Да он... Свидетель Суручану? Пойдемте со мной. Ты что, зачем? Забери заявление. Проходите. Все, Вань. Здравствуйте. Вы Петр Олегович Суручану. Правильно я назвала ваше имя? Хорошо, Петр Олегович, здесь ваша сестра присутствует в качестве истца, поэтому наверняка вы в курсе, что происходит в семье. Вот это вот суду сообщите. Дело в том, что я старше ее всего на несколько лет, но всегда мечтал, чтобы у нее все в жизни сложилось, чтобы она жила и счастлива. Как все достойные люди. Я знал, что она достойна этого. Дело в том, что я всегда хотел, чтобы она вышла замуж, нашла себе хорошего мужа и жила счастливо. Так она оказалась замужем за Ивана. Так. Вот. Я все так обрадовался, думал, все хорошо, она живет в отличном доме, спит на перинах, кушает любимые свои блюда, но... Все оказалось не так. Дело в том, что она, ее эксплуатировали там, как наверное, бесплатную рабочую силу. Она ухаживала сначала за одним больным, потом за другим больным. И сейчас еще за ним. Ну, как бы дело в том, что я живу в этом доме сейчас, но не там, где они. Я живу рядом в соседнем дворике, в садовом этом домике, если его можно назвать так, дело в том, что... Как бы она очень часто ко мне приходила со слезами и говорила, понимаете? Подождите, я сейчас хочу понять. Вы совместно проживаете на одной жилплощади? Да, на одной жилплощади мы проживаем. Или... Но или они где... живут в доме, да. А я живу в... На том же участке, том а же вы участке. Живете в каких-то служебных подсобных да, помещениях. Да. Я работаю садовником, а также... То есть вы выполняю... у них же работаете по совместительству да. и садовником, и еще что-то делаете. И охранником, и плотником, и всем... Короче, вы следите за хозяйством. Да, я слежу платят? Абсолютно... Платят денежку-то? Платят. Платят, да, то есть да. не добровольно еще... работают. Ну, в смысле, да, не... Да, соответственно, да, конечно, конечно. Не бесплатно. И Оксана часто приходила ко мне со слезами и говорила... Вот что, ну вот у нее вот так вот все плохо. Я ей говорил, да уходи, ну разводись. А она как нет, говорит, Иван любит меня. Да как он любит, если он ее бьет? Он
Как она бьется постоянно? Ваша честь. Это, да как? Ты да зачем вот так? Ты врешь? Да я мне ты врать ложь. Нету смысла, зачем? Понимаете? Так, я ее пальцем никогда не тронул. Это... Да, да ты спроси у нее, что я тебе тут выдумывать буду, выдумывать. Ты зачем сейчас выдумываешь? Дело в том, что в один прекрасный день, да, я как-то работал, дело в том, что, да, занимался своим хозяйством, и Ваня, да, он, они не видели меня со своей матерью, и начали разговоры. Я подслушал такой разговор, что мама его надоумила, чтобы он женился на Оксане, потому что она стала, мол, плохо работать, а мама гоняла Ваню за то, чтобы он ее... Постоянно, чтобы она работала, работала вот у них. И вот такая вот у них ситуация. И Ваня, ну, как бы дело в том, что постоянно кричал и заставлял ее, в принципе, работать. Угу. Да, нашу семью какой сохранить, развод? Ваня, Слушай, нашу прости, семью сохранить я нельзя. Все для тебя не, сделаю, не, Ваня, останься со мной. Нашу семью никак не сохранить. Ну как не сохранить? Нет. Ну что ты? Ваша честь, можно, пожалуйста, еще пригласить сюда отца Ивана? Отца? Анатолия отец? Юрьевича. А отец тут при чем? Ну хорошо, если вы считаете, что суду необходимо выслушать этого свидетеля, давайте тогда Николаева Анатолия Юрьевича. По-моему, твоя жена только что тебе и сказала, что ты ее периодически избиваешь. Благодарность, да? Да? Да, благодарность. Свидетель Николаев, прошу вас найти. Да, смотри, приехал садовник. Да ты не... Я с матерью поговорю. Здравствуйте. Да. Здравствуйте, господин Николаев, проходите, занимайте место. Вы со стороны истца выступаете, следовательно, вы считаете, что брак между вашей снохой и ответчиком, вашим сыном, должен быть расторгнут. Я правильно вас понимаю? Правильно. Тогда изложите, почему. Ну, прежде я хотел попросить прощения у Ивана. Не мог сделать это раньше, но пользуюсь сегодняшним случаем. Дело в том, что в нашей семье сегодня два развода. Я очень люблю Оксану, а Оксана любит меня. Ты себя слышишь, папа? Ты там головой нигде не ударился? Сынок, ты что такое говоришь? Сынок, помолчи. Ваша честь, у меня с женой давно нет никаких отношений. Роза всю жизнь жила исключительно для себя. Да. 27 лет назад я... буквально умолял ее, стоя на коленях, чтобы она родила сына. Потому что боялась за свою фигуру. После этого она ни дня нигде не работала. Занималась только собой. Меняла домработниц как перчатки, потому что ничего не хотела делать подобное. А вы это поощряли 27 лет. Поэтому давайте-ка сейчас об этом не надо. По существу, по жизни этой семьи. Даже свадьбу сына с Оксаной я не одобрял. Но перечить жене не стал. И Ивана отправил за границу именно она. Потому что он ей тоже мешал. Ей все мешали. А уж когда парализовала ее отца, вот эта вот моя жена, она же любимая доченька, наотрез отказалась ухаживать за своим отцом. Нос воротила, постоянно говорила, что от него воняет. И когда появилась Оксана, девушка заботливая, улыбчивая, добрая, я, честно скажу, очень обрадовался. Даже это полная противоположность моей жене. Зачем ты к маме так, папа? Зачем ты так? Потом меня самого свалил инсульт. Жена, любящая жена, приходила ко мне буквально на пару минут, ну, в лучшем случае, раз в два дня. А Оксана, она ухаживала за мной. И не просто ухаживала, разговаривала. Она меня мыла, книги читала. И поэтому, когда... умер. На тот момент, подождите, она еще тогда ухаживала как медперсонал за вами, вы платили за зарплату. Тестем, да, и за мной. И когда умер тесть, я честно скажу, я испугался, что ее просто выгонят из дома. И я ее взял к себе на фирму работать. Кстати говоря, здесь она тоже проявила свой талант. Но вы пошли на поправку в этот момент уже, к тому моменту, когда умер ваш... Поэтому я ее взял на фирму и... Она себя показала прекрасным специалистом. За два года, что она работала по продаже медицинского оборудования, она кучу денег нам заработала. И поэтому сейчас, когда она разведется с Иваном, а я разведусь с Розой, ну, я сразу надеюсь на ней жениться. Ваша честь, это полный бред. Что здесь говорят? Папа, ты в своем уме? Я прошу маму мою пригласить, она точно расскажет, почему нам надо сохранить наш брак. Ну давайте, может быть, нам ваша мама поможет разобраться. Пожалуйста. Пригласите, пожалуйста, Розу Львовну Николаеву. Слышите, что вы несете? Ты
Прошу вас, здравствуйте, Роза Львовна, проходите, пожалуйста, занимайте место свидетеля рядом с ответчиком. Ваша честь, я не знаю, что вам тут наговорили люди. Я вам сейчас расскажу абсолютно все, что на самом деле происходило в нашем доме. Эта девочка не такая уж и хорошая, как она сейчас себя здесь вообще позиционирует. На самом деле она настоящий волк в овечьей шкуре. Это я вам абсолютно точно говорю. Конечно, поначалу она мне очень понравилась. Я ее советовала своему сыну, потому что, думал, это на самом деле прекрасная партия для него, потому что, он особо у меня умом не блещет. И тюфяк, в общем-то, по жизни. Он не в меня и не в моего покойного дедушку, академика. Сыночка, я знаю, что. Вот. Поэтому я вам хочу сказать, что девочка на самом деле должна была быть вообще нам благодарна за то, что мы ее взяли к себе в дом. Чем же она нам, собственно говоря, отплатила? Каким недобром она нам отплатила? Она начала строить глазки моему мужу Толику. Естественно, он как мужчина, как нормальный мужчина, начал облизываться на эту молодую девицу. И, соответственно, конечно же, читала ему там книжки на ночь тоже не просто так. Облапошила и моего мужа, и сыночка. Самое главное и омерзительное во всей этой истории, что на самом деле он никакой ей не брат, а бывший любовник. Мама, понимаете? Ты что такое говоришь? На моей стороне должна быть, мама. Зачем ты? Сыночка, милый мой, я всегда буду на твоей стороне, но не на стороне вот этой девицы-стервы. Которая крутила и тебя, я скрывать не буду, и твоего папочку. У нас с Петей отношения. Были? Нет, сейчас у нас с Петей отношения. Да, он мой любовник, в этом нет ничего плохого. И когда я наконец-то уже разведусь с тобой, ничего мы с Петей плохого. Уедем в мою однокомнатную квартиру, которую я купила на бабки, заработанные у вашего мужа. Девочка моя, на бабки, заработанные у моего... Да ты их просто украла, понимаешь? Потому что мой муж... Толечка никогда в жизни не умел и не умел считать деньги. Мой папа, покойный, царство ему небесное, выбил ему место чиновника. Организовал фирму, на самом деле, которую он, кстати, только что руководит. Сколько ты там денег зарабатываешь? 37 тысяч. Рыба моя, разве можно на эти деньги вообще, в принципе, купить квартиру? Подмосковье. Нет, ты их не украла. Ты их украла. Ты воровка. Вы понятно тебе? Не лови. Ты воровка. Я не воровала. Так воровала моего мужа. Я их заработала и накопила. Вот и вали туда, поняла? С Петей. А я с Петечкой останусь, потому что это мой мужчина. Ты меня поняла? Мой. Ой, подождите, я что-то запуталась. Чей же Петечка мужчина-то? Петя, как это понимать? Подождите. Как это ты и Роза Львовна, вы любовники? Ты и садовник. Дорогие мои, я понимать? Совсем запуталась. Объясните, пожалуйста, значит, кто с кем? Петр, вы с кем? С Оксаной Андреевной сказать, или с Розой Львовной? Все это время я просто не находил нужного Сыночка, момента. Сыночка, я не хотела тебе говорить. Вот так случилось. Как? Понимаешь? Оксана! Ты просто зажралась уже, понимаешь, в этой чертовой Москве. Я сколько раз к тебе приходил, пытался поговорить, но все без толку. Ты постоянно то занята, то тебе некогда, что ты устала. А я не устал, да на мне весь этот дом держится. Ты понимаешь, мне тоже тяжело. Единственный, кто меня в этом доме понимает, это Роза. Она как человек, понимаешь, она принимает меня и душой, и сердцем таким, какое есть. Я не люблю тебя, Оксан, не люблю. Роза. Мне нравится Роза, мне с ней хорошо, и меня абсолютно не пугает разница в этом возрасте. Роза, ты совсем обезумела? Милый мой, он тебе сыновья годится. Я же все ради тебя. Я ради тебя старалась. Я эти памперсы убирала, пеленки. Я выносила ради тебя, чтобы заработать деньги. Я уставала, я приходила, я просто падала с ног. Да еще с вот этим отспала ради тебя, Петя. Я тебя люблю, Петя. Я же старалась заработать для нас квартиру, для нас. Что мы уедем с тобой. Да кому ты нужен? Ты ей нужен. Посмотри на себя. У тебя же ничего нет. Ни образования, ни квартиры. Да ничего, что смазливая рожа и тело. Да кому это нужно? Кто ты без меня, Петь? Нищим я не останусь. У меня все будет в этой жизни.
И сейчас у меня абсолютно все хорошо, понимаешь? Я сейчас езжу, в принципе, на дорогой машине, которую тоже Роза мне подарила. Вы непроходимая дура, что подарили ему машину. Да он же на ней от вас-то и уедет к другой-то тетке. Девочка, о чем ты говоришь? Я в жизни никому никогда Мерседес не дарила. Я ему просто сделала доверенность на машину, понимаешь? Единственное, что я сделала. Ты думаешь, что я когда-нибудь буду баловать мужика? Да их вообще на коротком поводке нужно держать. Я не такая дура, как ты, поняла? Вот ты им доверилась ему, и что ты получила в конечном итоге? Что, скажи мне? Я, в отличие от тебя, милая моя, делаю вообще в жизни все грамотно, понимаешь? Вот пока он ведет себя хорошо, он рядом со мной будет. Я сделаю ему временную прописку в Москве, поселю его к себе в своем доме, и у нас будет просто все шоколад. А мой муж, дорогой мой, пойдет на все четыре стороны. Так мне теперь его папа Петя называть, да, мама? А почему нет? А как тебе удобно, так ты милый можешь мой, и называть. Милый мой, почему нет? Все меняется в жизни. Вот кто из них дура? Я тебе, между прочим, милая моя, кто из них? Моя жена, это не дура. Не дура, понимаешь? Всю жизнь дура использовала всех. Самая натуральная. В своих целях. Жила так, как хотела. Сначала отец академик, потом я, дура, потом сын. Всех постоянно использовался. Я хотел всю жизнь заниматься научной работой. В итоге Боже меня определили в чиновники. Научная работа. После Смеши чиновников меня сделали практически в ее фирме коммерсантом, чтобы зарабатывать для нее деньги. Якобы любила своего отца. Постоянно за его спиной шипела. Мне же чтоб надо ты сдох. Постоянно использовала сына в своих целях, женив его на бесплатной вначале сиделке, потом домработнице. Да? На самом деле она использует и Оксану, и Петра. А тебе, Петр, я хочу сказать. Мужчине, молодому, за секс нужно платить. А здесь платить не надо. Все рядом, бесплатно. И будешь ты теперь под ее дудку танцевать всю жизнь. И не дай бог ты слово поперек скажешь. Улетишь, разлюбезный гастарбайтер, на центральную помойку без выходного пособия. Это ты сейчас мне просто завидуешь на самом деле. А у нас на самом деле настоящие чувства. Ну хорошо. Тем не менее, ваши чувства сейчас не имеют отношения к делу, которое мы сегодня слушали. Ответчик, я понимаю, вам сказать уже больше нечего. Истец высказалась сполна. Суд удаляется для внесения решения. Ксюша, прошу всех встать. За что боролась, Ксюшенька, на то и напоролась. Всех сразу, понимаешь? Садитесь. Оглашается решение суда. Иск удовлетворить. Брак между супругами расторгнуть. Я искренне желаю вашей замечательной семье найти гармонию. Уж кто с кем, не знаю. Если вы возражаете против такого решения, вы его можете обжаловать в установленные законом сроки. На этом судебное заседание объявляется закрытым. Да. Прошу всех встать. Вот это вот устроено. Как ты с ним можешь? Мама, как?